Всем привет! Вы меня узнали? Правильно, это я, Дед Мороз. Сегодня я зашел к своим помощникам, которые помогают вам каждый день, чтобы передать им ваши подарки. И что же я вижу? Мне оставили записку. Давайте посмотрим, что же они пишут. Дорогой Дед Мороз, весь год, каждый день мы работали, не покладая рук, чтобы помочь нашим клиентам. Мы подбираем для них пульты, регулярно добавляем новинки, усовершенствуем свои знания и навыки. Все для того, чтобы они не оставались в беде и смогли посмотреть свои любимые передачи, послушать музыку, согреться холодными вечерами, а даже чтобы попасть домой. А в новом году мы будем еще упорнее работать, как ты нам и велел. Твои помощники, команда, ваш пульт. Ну что ж, друзья, вижу, весь год вы были в надежных руках. За это я оставляю своим помощникам подарки, чтобы они передали их вам. А вам хочу пожелать в новом году быть здоровыми, счастливыми и побольше радости. И чтобы ваши пульты не ломались. А если вдруг что, вы знаете, к кому обратиться. С Новым годом и с наступающими праздниками. Ваш Дед Мороз. Хоу-хоу-хоу.